после этого, если нас не поддержат, а мы, в общем, так будем бороться, конечно, но особых иллюзий по поводу Мосгорсуда не питаем, мы дальше пойдем. И будем идти до туда, докуда нужно будет пойти, пока не добьемся справедливости. И столько, сколько нужно, и что нужно, будем для этого делать. Исходя из нашего русского характера, как сказал правильно Путин, вот должен сидеть в тюрьме. Вот все, что я хочу сказать. А так, как говорится, пол России разворовали, что ты поделаешь. Я считаю, что это неправильно. Я думаю, что таких, как он, очень много. И нужно, если уж взялось правительство или как наше государство наводить порядок, то нужно и других сажать. Это наша страна! 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 Пьем шампанское, выпиваем со взрослыми детьми, маленькие смотрят. Где стреляли из гранатометов и танков, и огнеметов. Забудьте про модернизацию, забудьте про инновации, забудьте про инвестиции. Я вас уверяю, кроме бегства капиталов и дополнительной миграции, никаких иных результатов, собственно, путинская Россия не получит. Он реальная угроза стране, да? Он не может управлять страной, он страдает всякими маниями, и мы заложники его комплексов. Я считаю, что чем быстрее мы от него избавимся, тем лучше будет для России. Четко! Ни в чем не повинных людей, в то время как настоящее варьё. Выступать сегодня перед по-настоящему свободными людьми. 31-я статья Конституции. Право мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикеты. Это самое главное право, потому что мы на нашу власть не можем влиять во время выборов. У нас нет честных выборов. Мы можем влиять только выходя на улицы. Что такое молодой человек? Ой, это вот, что ты сказал на голову.